Вот я вам обещал несколько дней назад интересную новость. Школьник стал героем соцсети из-за своего честного сочинения. То есть школьник не сделал домашнее задание в выходные, и его спросили, в Калифорнии это случилось, что, почему же он не сделал, и заставили писать объяснение. И он написал: «Я не сделал домашнюю работу, потому что не хочу тратить на нее свои выходные. Это мое личное время, я хочу гулять с друзьями, смотреть телевизор или играть в компьютерные игры. Я не хочу выполнять домашние задания, потому что это заставляет меня чувствовать себя несчастным. Я хочу быть счастливым в том, что я делаю». Как это не парадоксально, вот все СМИ взорвались там, ну, большинство, конечно, на стороне школьника, учителя и так далее. Но, как ни странно, это новый Будда, вот этот мальчик. Он определил цели человечества на будущее. Он нарисовал будущее и показал его форму, вы понимаете? То есть вот этот школьник. Информационный мир сейчас диктует, что главная идея не деньги, что главная идея не власть. Не власть над другими людьми, да, а, наверное, возможность быть счастливым. Вот главная идея современного информационного мира. То есть счастье в настоящий момент – это единственная неиллюзорная мотивация в этом иллюзорном мире. Да, это вот цитата пусть будет сегодняшнего дня. Но сегодня были уже цитаты, но пусть еще одна. Счастье – единственная неиллюзорная мотивация в этом иллюзорном мире. Деньги – иллюзия. Власть – иллюзия. Счастье – не иллюзия. Казалось бы, счастье – то, что нельзя потрогать, не имеет материального никакого состояния, да, формы не имеет. А это самое неиллюзорное. То есть та буддийская догма, которая давлела над нами все эти века и даже тысячелетия, что жизнь – это страдание, она начинает подвергаться проверке. Больше скажу, она не выдержит этой проверки. Жизнь – это не страдание, понимаете? То есть, вот, ну, не благодаря, конечно, этому школьнику, а благодаря информационному миру и вот этим детям, которые это поняли и несут, в мир врывается новое религиозное философское учение. Жизнь – это счастье. Все. Все. Жизнь – это счастье. Don't stop me now, как в Queen. Не останавливайте меня, да, дайте мне быть счастливым. Вот это совершенно суперская вещь. Я был потрясен, когда прочитал, когда и осознал, что, в общем-то, молодежь на правильном пути.